Службы безопасности Украины от 23 февраля 2016 года, вынесенная в городе Киеве, о принудительном возвращении из Украины гражданки Российской Федерации Столяровой Марии Львовны 7.09.80 года рождения. Материалы, которые поступили на гражданку Российской Федерации Столярову Марию Львовну, установил деятельность гражданки Российской Федерации Столяровой Марии Львовны противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитету, территориальной целостности и конституционного строя. Учитывая вышеизложенное и целью обеспечения требований законодательства Украины, на основании положения статьи 26 Закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства решила принудительно возвратить за границу Украины гражданку Российской Федерации Столярову Марию Львовну 7.09.80 года рождения и с запретом ей въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Чего не будем, мы попросим вас расписаться о тем, что вы ознакомлены с данным решением, и обязуйтесь не позднее 24 февраля 2016 года покинуть территорию Украины одни сутки. Данное решение может быть обжаловано в суде. Будем, мы попросим вас расписаться о тем, что вы ознакомлены с данным решением, и обязуйтесь не позднее 24 февраля 2016 года покинуть территорию Украины. Почему сегодня 24? 24.